Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! И как вы поняли, сегодня у нас тематика розы. И вы видели уже мою лампу, которую вот я сама сделала декупаж. Мой поднос с розами. И вот полочки, которые я вам показываю. То здесь вот все-все это тематика розы. Ну, у нас здесь все перемешано. Иностранный фарфор и наш фарфор. Видите? Ну, на фоне, опять же, прекрасных фей. Тоже среди роз. Это тоже декупаж, который я сделала из доски. Ну, вот это шиповничек. И старый совершенно соусник. И молочник. Ручная. Розочки и на корзиночке у меня здесь, и на спинке стульчика, и вот на этой старинной сумочке с розами. Розы и на дверце шкафа. Уже декупаж положено в комнате, выполнены в стиле шиби-шик. Здесь розы даже на обоях. И на тарелочке. Посмотрите, кобальт с золотом как бы подчеркивает нежность этого букетика с розами. И розы у меня вот такая старинная супница. Это, конечно, деколь. Вот такие розочки мелкие. Но, кстати, такой рисунок я видела очень не только на нашей, но и на немецкой посуде. А это по значку. Так, предположительно, ну, теперешний ЗИК, а так фабрика имени Калинина, потому что МК я вижу так, четко. R. Где серп и молот, мы хорошо видим. РТФ. Да? Дальше идет НК или МК. То, что Калинина, да? Ну, вот дальше как-то, мне кажется, Калинина, ну, никак не получается. А на снахавы с левой стороны, на ленточках, значит, с левой стороны фабрика, с правой стороны имени. Это мы тоже хорошо видим. Но все-таки смотрю, но никак не получается. Не получается Калинина, МК, да. А дальше вот не понимаю. Ну, а так вроде как все похоже, что НК имени Калинина, ПП это... Сейчас скажу. Так, это 32-34 год.
Ну, вот не понимаю. Все-таки Калинина здесь, ну, явно не читается. Вот, вы видели сет с шиповником, а теперь с розочками вы видите. И здесь, видите, розы типа агашек сделаны. Вот видите, какая красота. И сюда же входит бокал. Вот этот он у меня, видите, с розами стоит. И чайничек. Чайничек с розами, ну, может быть, не очень подходит сюда. Но все равно. И шкатулочка, бодманьерка такая, тоже с розами. Ну, а если повнимательнее рассмотреть этот рисунок, обратите внимание на цвет агашек, на манеру и рисования, как будто бы пальцем они прорисованы. Изумрудный цвет и золотой листьев, как мы видим. И у стаканчика, который стоит рядом, то же самое, такая же манера рисования этих агашек, точно такие же цвета, изумрудный и золотой листьев. И если посмотреть на сахарницу, которая стоит рядом, то то же самое, такие же цвета, такие же листочки, и также прорисованы розы. Наверное, один завод, как вы думаете? Дулёва, 94-й год. Вся посуда Дулёва, но вот эта чайная пара, кстати, это песочная, Первомайский фарфоровый завод. Да, а техника, смотрите, техника очень похожа. Но всё-таки вот мне, я так подумала, нужно и чайничек такой же подкупить. Этот чайник старенький, Дулёва. Дулёва. Другому нарисована, техника другая, поэтому, в общем-то, не очень сюда подходит. Да, вот если взять вот эти три предмета, то просто очень-очень-очень-очень-очень. Замечательно. Ну и вот эта вот шкатулка тоже очень красивая. Синими цветами. Очень красивая. И здесь вот розочки у нас сбоку. Так, эту чудесную чашечку. Вот это знак песочного. И, кстати, вот эта сахарница, она из сервиза свадебный. Ну, может быть, сахарницу из этого сервиза купить. Но есть еще вариант вместо этого чайника поставить другой. Как вам такое преображение? И все-таки я склоняюсь к тому, что надо мне купить чайник. Вот все-таки с такими агашками замечательными. А уж дулевский он будет. Или с песочного. Прекрасное летнее чаепитие.
Вот еще посуда дулевая. Это молочник с красивой очень формой. И это так, дулева. Старенький такой хорошенький молочник с такой изящной ручкой. Традиционная форма. Пузатенький, прелестный. Деколь здесь. И соусник. Небольшой соусник. С розочкой. Это уже год и не вижу. Второй сорт. Ну уж решила вам все показать с розочкой. И вот такой кувшинчик. Прелестный. Третий сорт дулева. И вот последний чайник. Он большой, высокий. Интересная форма, объемный такой. Крышечка, правда, не от него. Но тоже очень интересная, с розочками. Золотой каймой. Ну а здесь вот я почему его отнесла к розам, потому что, во-первых, я купила недавно, а во-вторых, здесь видите уже розы, хотя и шиповник. Очень изящный рисунок. И форма. Здесь чая на целую компанию. И этот чайник приехал из ГДР. Очень тонкий, легкий, белый. Тонкие стеночки. Утрата позолоты. Но с другой стороны такой же рисунок. Ну, говорить о цене я не буду, потому что я хоть и нашла на Авито, человек, проживающий там, живет в Александрове. Но в Александрове, вы знаете, все цены намного дешевле. И мы встретились на станции. И я купила несколько вещиц у нее.